Самые меткие стрелки Мордовии разыграли медали четвертого вида республиканской спартакиады общества «Динамо». В турнире приняли участие 8 коллективов, в состав которых вошло по 8 стрелков. Команды соревновались в трех дисциплинах. В стрельбе из малокалиберной винтовки уже много лет нет равных Александру Канаеву. Будучи уже на пенсии, работник МВД до сих пор выигрывает в этом виде программы, который, как признают специалисты, является одним из самых сложных. Упражнение включает в себя 20 выстрелов, которые нужно произвести за 30 минут. После каждой попытки участник может делать какие-то поправки, причем независимо от того, куда попала пуля. Я использую все время полностью, потому что как бы после каждого выстрела нужно немножко глаз, чтобы отдохнул, иначе не хватит зрения на выполнение всего упражнения, потому что оно длится практически 30-45 минут. Вот. И если быстро стрелять, то быстро устанет глаз. И возможности не будет качественно отработать. Еще в двух дисциплинах, входящих в этот вид программы, стрельба велась из пистолета. В первом упражнении участники стреляли с места, с расстояния 25 метров до мишени. Женщины по 20, мужчины по 30 выстрелов. У представительниц прекрасного пола больше всего очков, 170 из 200 возможных, набрала Ольга Ивлеева, которая выступала вне конкурса. Неожиданно результат немного выше, чем предыдущий год. То есть для меня как-то это было неожиданно. Волнение, конечно, тоже присутствовало, но ожидал, что будет результат похуже. Повлияло это, скорее всего, наверное, немножко получилось побороть свое волнение и непосредственно сконцентрироваться на стрельбе. То есть на мишени и на самом этом упражнении непосредственно. Третьим видом программы стало упражнение ПБ-8. Участник за 20 секунд должен сначала пробежать 25 метров, а затем произвести 8 выстрелов по 4 мишеням, по 2 в каждую, и так 2 раза. Эта дисциплина закрывала программу соревнований. В ней лучшими стали Татьяна Ферцева, представляющая УМВД по городу Саранску, и Владимир Арюткин из УФСИН. На его счету 153 очка из 170 возможных. В общий зачет шли результаты команд по итогам всех трех дисциплин. В итоге лучшими стали работники МВД. Войсковая часть номер 31633, вторая. Замкнули первую тройку стрелки из УМВД по Саранску. Следующим видом спартакиады станет мини-футбол.